dove lui si è portato in genere di un po'. Perché dovrebbe essere un signore di noi gestori? Lo possiamo andare in ultimo? Posso chiedere se non mi ha attaccato il cos'è il mio buio? Come ha detto? Thank you.
Гости, сегодня будет очень много гостей. Я забыл представить самому первому нашему гостю. Сюда Максиму. Заслуженный почетный участник нашей группы, долгие годы мы с ними видели все тяготы и невзгоды этого переменного вашего. Я очень рад, что годы спустя мы встречаемся эпизодически на таких вот ярких знаковых концертах, и все у нас хорошо, правильно? Сейчас ни про что не снимается. Мне это нужно было сделать чуть-чуть раньше, потому что сейчас я хочу пригласить на сцену такого же заслуженного, очень яркого участника нашей группы. Меня, знаете, у меня язык не поворачивается и не называется так с участниками. Несмотря на то, что мы каким-то причинам расставались и разошлись, все равно мы единый организм, единый коллектив. И хочу пригласить на эту сцену Артемия Спирова. Своя! Вы готовы? Да!
Спасибо, друзья. Я никогда не забуду, как мне на Арбате сказали, что Сергей набирает вокалиста, точнее, выбирает вокалиста на прослушивание. И, честно говоря, я сказал, а кто такой Мамонин? Как ты не знаешь? Это же экс-гитарист Ари. Я говорю, да. Ну ладно, позвоню. Через полгода этот человек подходит. Ну как? Позвонил кому? Мамину. А кто это? Ну, все-таки позвонил. Собственно, знаю Артемия очень хорошо. Я думаю, если вы сейчас спросите, то он ответит тебе, что он.
божественное. Да? А я слышу да. И тогда... Прокатся!
на дне рождения